Приветствую вас на канале RedCat. Вы смотрите Майнинг Симулятор Roblox. И сегодня я вам покажу, как попасть в магазин. Да, действительно, довольно-таки часто я встречал подобные видео. Есть разные способы, как туда попадать, но никогда сам туда не ходил. Поэтому я решил исправить это досадное недоразумение и сходить все-таки в магазин, показать вам, как можно туда попасть. Ну и, собственно, показать, точнее, один из способов, который мне показался наиболее удобный. Итак, мы зашли в шахту, копаем теперь в направлении, скажем так, обратном шахте. И теперь немножко нужно повернуть. Где-то здесь, по идее, мы сейчас пройдем горы и выкопаемся где-нибудь наверху. Так, поставлю телепорт на всякий случай, чтобы дальше продолжить копать, если недостаточно глубоко я откопал. Ну и посмотрим, где меня выкинет. Так, копаем, копаем, копаем. Я не знаю, сколько блоков нужно прокопать, чтобы под магазином очутиться, но думаю, этого достаточно. Так, теперь у меня одеты три шапочки синие для высокого прыжка. Ну и любого можете взять пэтса. Это у меня, видите, я взял единорога, но в принципе и Red Kitty можете взять, и других. В общем, любого пэтса берите, у которого есть высокий прыжок. Вы видите, что уже моя шахта появилась. Сейчас я на нее спущусь. Покажу вам. Так, аккуратненько падаем на шахту. Есть. Вот, видите, смотрите, я на нее спустился. И теперь с этой шахты я, в принципе, могу, скажем так, попасть в магазин. Но это будет немножко долго. Поэтому я думаю, что мне нужно прокопать еще одну шахту, которая будет поближе все-таки к магазину. Моя идея, чтобы прокопать ход подземные непосредственно под магазином. И потом с помощью бомбы сделать вот такие вот горы и таким образом подняться в магазин. Так, хорошо. Сейчас я вернулся обратно, чтобы прокопать новый туннель и постараться уже попасть непосредственно под магазин. Если вы еще не заходили ни разу в магазин, то там будет пусто. Поэтому после того, как вы туда попадете, обязательно вернитесь. Зайдите в магазин, в любой магазин, посмотрите, что там есть за ассортимент, и тогда все инструменты появятся у вас уже непосредственно в том магазине, куда сейчас я и пытаюсь отправиться. Так, копаем, копаем, копаем. Спасибо, кстати, за поздравления. Вы видите, что майнинг My Life у меня уже 1 000 000 000 блоков я прокопал. Ну, ребёфы пока я не делаю, у меня 575, как было на рекорде, так и осталось. Возможно, займусь еще прокачкой ребёфов, пока, если честно, неохота этим заниматься. Так, ну что, копаем, копаем, копаем. Давайте попробуем здесь, может, уже достаточно. Так, смотрите, классно. Я поставил телепорт и сразу очутился наверху. Такой глюк бывает у телепорта. Если мало места, то он может вас как бы на крышу выкинуть. Поэтому это очень удобно. Не нужно далеко обходить. Я вижу, что опять прокопал не совсем там, где я хотел. У меня, видите, еще один туннель появился. Он рядом с тем, что я копал перед этим. Но надо все-таки еще ближе прокопаться. Поэтому опять возвращаюсь, наверное, назад. И буду копать еще ближе. Сейчас темно, очень плохо видно. Хотя нет, смотрите, я тут тоже копал уже. У меня даже три уже. Я совсем забыл про этот ход. Ну, давайте с этого ходика, я думаю, что я поднимусь без проблем. То есть, видите, я три тоннеля выкопал. И получается, вот этот, на котором сейчас бомбу бросаю, он оказался ближе всего к магазину. Кидаю бомбы, чтобы сделать такие горы. Залажу на них. И теперь с них буду делать еще горы. Таким образом я все время поднимаюсь. Кстати, мне очень интересно, что будет, если подняться выше нулевого блока. Будет там плюс один писать или как? Что будет происходить? Я никогда этого не делал. Так, ну давайте еще одну бомбу. Главное, чтобы я тут не застрял. Так, ну и здесь еще кинем. Вот так вот. Будет целый мостик у меня. Тыщ! Сказал, главное, чтобы не застрять, и все-таки застрял в текстурах. Все, выбраться отсюда уже невозможно. То есть, если вы бомбой себя накрыли, то уже не выкопаетесь, поэтому надо перезаходить. Ну что ж, я думаю, что там все готово. Сейчас вот я пропрыгаю, вы все увидите. Как раз уже рассветает, вы увидите, что я тут ночью копал. Посмотрите, что я тут навыкапывал.
Так, тут должно быть три туннеля и справа гора. Да, вот первый, второй туннельчик и вот гора. О, я думаю, что я попаду, в принципе, отсюда на свою гору. Да, так и есть, супер, отличненько. Так, забираемся на самый верх и видите, слева это уже магазин. Он не активирован, я не заходил в него, поэтому он пустой. Но сейчас я прокопаю к нему, так сказать, дорожку, но потом уже зайду в магазин, чтобы там появилось что-нибудь, какие-то инструменты уже. Та-дам! Есть. Смотрите, 0 блоков. Выше 0 блока он просто не копает. То есть вот я сейчас ставлю бомбу. По идее, да? Он должен прокопать. Но он ничего не копает. Вот, смотрите. На том же уровне осталось все. И, в принципе, кстати, хорошая идея. Вон, видите, он копает в сторону, но не вверх. Кстати, у меня прикольная идея. Можно сделать вообще пол здесь. Видите? Получается целый пол. Круто. Ха-ха, прикольно. И тут какой-то мостик. Тоже удобно на нем стоять. Балкончик, я бы сказал. Давайте попробуем уже соединить до красоты. По-моему, моя бомба вообще улетела вниз. Да ладно, где-то она там взорвалась. Пускай. Давайте еще раз покажу вам. Вот я бомбу ставлю, бабах. Видите, вверх она уже не растет. Вверх уже никак не прокопать. Я очень надеялся, что я смогу как-то вверх прокопать. Ну и я так подозреваю, что если я даже запрыгну на вот эту вот штуковину на крышу магазина, то все равно блоки у меня не добавятся. Смотрите, меня что-то не пускает. Я не могу в магазин попасть, видите? Как невидимая преграда, поэтому, наверное, все-таки нужно сначала в магазин зайти, а потом уже попробовать туда запрыгнуть. Так, заходим. Давайте во все магазины зайдем, все проклацаем, может это как-то нам поможет. Так, второй магазин. Где у меня продаются рюкзачки. Ну и третий, наверное, еще надо зайти. Так, это не то. Вот сюда вот. Магазин Ребёфов. Все, пролистал. Думаю, что теперь будет все окей. Би-би-би, берем бомбу и бежим наверх. Прыгаем. Высоко прыгаем. Эх, опять закат, пока я тут туда-сюда ходил. Так, главное допрыгнуть. И ночью как-то не очень видно, куда прыгаешь. Так, где-то здесь я должен подняться, я думаю. Все, поднялся. Да, смотрите, ребята, появились все инструменты в моем магазине. И сейчас я попробую. Так, все равно что-то меня блокирует. Я не могу попасть в магазин. Давайте попробуем с этой стороны зайти. С этой стороны заходит, но дальше опять какая-то невидимая преграда. Ну, я же хочу туда. Как же мне туда пройти? Так, что же делать? Пока не получается. Хорошо. Давайте. Тут вот такое ощущение, что какая-то стена, ее надо как-то пройти. Ладно. Так, ставлю телепорт на всякий случай, чтобы, если я вдруг упаду, сюда вернуться. И давайте, ладно, попробуем еще обойти как-то эту оградку. Может, вот... видите, я как чувствовал. Вернулся с помощью телепорта. Давайте возьмем бомбочку и продолжим, так сказать, мостик. Может, мы как-то его сможем... завалить, так сказать. Сейчас я подойду вот сюда, вот кину бомбу. Посмотрим, что из этого выйдет. А ну-ка. Да, смотрите, отлично. Мы завалили как бы эту невидимую стену. Мы даже вон что, завалили коробочку одну. Ну да ладно. В целях экспериментов можно. Ну что ж, ребята, можете меня поздравить. Я наконец-то попал в магазин. И сейчас вы можете просто вернуться обратно, переключать разные магазины и, соответственно, заходите. Ну, кстати, вот лучше всего работает именно в магазине токенов. Почему-то на других магазинах тоже иногда какие-то проблемы с тем, чтобы именно запрыгнуть в сам магазин. Но вот с этим... без проблем. Сейчас я позвал своих подписчиков, своих друзей. Смотрите, давайте попробуем вместе еще зайти. Вот здесь вот я еще накидал мостик один. И теперь могут и они туда попасть. И сейчас я вам покажу прикол. Вы видели, что я там в двух местах завалил свой магазин. И теперь, видите, слева вот такие вот камни валяются черные. Как раз в месте там, где взрывалась моя бомба, вот здесь вот, видите, то есть не видно реальные инструменты, а только черная руда, которая осталась после взрыва. Кстати, это очень прикольно, нужно было поставить кого-то сюда из подписчиков, или же мне залезть в его магазин, чтобы он сделал скриншот и показать вам, как это прикольно смотрелось бы в самом магазине.
Ну что ж, попробуйте и вы. В принципе, годится любая бомба, не обязательно такая мощная, как у меня. Абсолютно любая бомба подойдет. То есть вам нужно прокопать, одеть три шапочки, три синие шапочки, шляпы точнее, да, вы видите, вон на подписчиках они одеты. Тогда вы сможете без проблем запрыгивать на гору, ну и, собственно, проходить сюда. Тут, кстати, вот такая вот еще штучка интересная. Это, видно, разделяет разные карты. Давайте попробуем пройти по ней. Идем, идем, идем. Ну что ж, тут что-то меня не пускает. Давайте вернемся назад. Ой, кстати, я забыл посмотреть. А что будет, если запрыгнуть на крышу? А, видите, все равно этот уровень выше нулевого блока, но все равно пишет, что это нулевой блок. Что ж, ребят, на этом у меня все. Надеюсь, вам понравилось видео. Не обижусь, если вы поставите лайк. Ну а встретимся с вами в новых видео на канале Red Cat. Всем пока!